За них всегда шли войны, которые в победном исходе давали деньги и власть. Земли, городские и сельские, плодородные и промышленные, просторные и не очень. Ставропольские индюки сегодня в нашем выпуске. Я Ольга Облогина. Это проект «Право на землю». Еще нет 7 утра. Над изобильнинским инкубатором взошло солнце. Через полчаса здесь вылупятся 1000 индюков. Готовиться к этим съемкам мы начали за 3 дня. Исключили контакты с любыми птицами. Не то чтобы это было сложно, но даже общение с попугаем могло закрыть нам вход на предприятие, за дверями которого чисто, как в операционной. Каждый, кто зашел сюда, оставляет всю одежду на вешалке, обувается в фабричные тапки и идет купаться. Вход на предприятие начинается с душевой, и журналисты, и работники все купаются, причем купаются с головой. Это необходимое требование для соблюдения санитарного режима. После душевой идем уже в другие раздевалки, сушим волосы, надеваем во всех смыслах инкубаторскую одежду, стерильные комплекты, новые носки, головные уборы. Птенцы не потерпят даже малейшие грязи, рассказывает после душа директор компании министру сельского хозяйства. И когда все стали окончательно чистыми, дезинфицируем руки и заходим к птенцам. Ящики полные только что вылупившихся птенцов. Это первые выводок индюков в Ставропольском крае. 22 тысячи яиц. Их специально привозили из Франции. Мы начинали, когда производство, мы у них покупали суточного индюшонка. Но на сегодняшний день мы имеем прямой контракт с компанией «Грилье». Это Франция. Работники инкубатора аккуратно отбирают птенцов. Под ногами хрустит. Скорлупу, которая осталась от индюшат, тут же утилизируют. Много килограммов? Да, где-то килограмм 200 находит. Это от всего выводка? Нет, с пиловой машины. Индюшат отправляют на конвейер, прикасаются к птенцам очень бережно. Птица крайне капризная, если сравнивать с курицей. Другая структура скелета, а птица долгорастущая и очень много приходится с ней работать. Очень нежная птица, да. А сколько растет до момента уже товарного вида? 150 дней самец и 115 дней самка. Через полгода из этих птенцов вырастут вот такие 40-килограммовые индюки породы Биг-6. Сейчас на предприятии их 134 тысячи. Держат взрослое поголовье отдельно, вот в этих 18 корпусах, где откармливают птицу. Мясо индейки, отметил министр сельского хозяйства, это сегодня продовольственный тренд. У нас растет потребление диетического, экологически чистого мяса. Это мясо индейки, мясо говядины, мясо кролика. Компания входит в семерку самых крупных в Российской Федерации и занимает долю в 2% в структуре производства. А вот другой производственный этап этого же предприятия – завод переработки. Наталья ощипывает очередную голень. Одну из 2000, которые сортировщица обрабатывает каждый день. Но слово «тяжело» она говорит, имея в виду неморальную нагрузку. Ее в этом цехе затмевает тяжесть физическая. Ну, тяжело. Для женщин тяжело. Очень тяжело. Потому что мясо тяжелое, целый день наклоняешься, спина болит, естественно. Очищенный продукт несут на фасовку. Процесс отлажен так, что мясо, кажется, даже не приземляется. Его подбрасывают, ловят, перехватывают, везут. Опять подбрасывают, передают. И вот уже кусок готов к продаже. Упаковываем в 2 вида упаковки. В газовую, защитную атмосферу, и в обычные лотки. Это называется упаковка стрейч-пленку. Продажи в радиусе 700 километров от места производства. Это было основой маркетинговой кампании предприятия. Но часть товара производители отправляют в Москву под заказ для известного фермерского рынка. Именно ставропольскую индейку, говорят специалисты, выбирают из-за способа откорма птицы. Не комбикормом, а зерном. Я индейкой давно занимаюсь. Вот здесь мясо отличается вот именно потому, что используется принцип зернового откорма. Машиноместо как объект недвижимости – тема, которую сегодня мы разберем в правовом блоке программы «Право на землю». У нас в студии Виктор Александрович Майборда, наш постоянный эксперт, кандидат юридических наук, автор более 50 трудов в области земельного права.
Виктор Александрович, добрый день. Здравствуйте. С 1 января машиноместо у нас стало законодательным другим объектом, чем было до этого. Да, да. Оно не другим стало, оно вообще стало объектом недвижимости. Именно с 1 января 2017 года машиноместо как объект недвижимости вошло в гражданский оборот. И права на него теперь подлежат государственной регистрации. Право собственности, производное от права собственности, аренда, там, использование, если машиноместо находится в совместной собственности. Ну, давайте сначала. Часто путают лексически у нас в русском языке словами, синонимами являются машина, место и паркинг, парковка. Поэтому для неюриста эти слова являются абсолютно идентичными по смысловому наполнению, тогда как закон стал различать смысловое наполнение этих терминов. Машина-место – это индивидуально определенная вещь, объект недвижимости, предназначенная для хранения легкового автомобиля, не обязательно легкового, грузового, наверное, тоже автомобиля. А парковочное место, паркинг – это часть инфраструктуры дорожной сети. Верховный суд все чаще и чаще стал склоняться к мнению о том, что машиноместо – это индивидуально определенная вещь, вопреки мнению отдельных органов исполнительной власти, которые полагали, что машиноместо не может быть индивидуально определенной вещью в том случае, если интеграционно входит в состав многоквартирного жилого дома или дома, не предназначенного для проживания, ну, в качестве объекта инфраструктуры. Структура. То есть, как место общего пользования, да, что-то вроде этого? Да. Минэкономразвитие неоднократно указывало, что индивидуализация этого места возможна только посредством, да, каких-то технических средств, ну, там, столбики или стены или еще что-то, да, что противоречит правилам пожарной безопасности. Такие большие помещения не могут иметь перекрытия, и, соответственно, в случае пожарной опасности должны предусматриваться меры мгновенной эвакуации, а индивидуализация вещи, машиноместа в качестве объекта недвижимости приведет к тому, что будут, ну, потерпевшие в таких ситуациях. Поэтому Минэкономразвитие занимало последовательную позицию, возражая против институализации машиноместа в качестве объекта недвижимости. Но победил наш гражданский оборот. Люди, юридические лица, физические лица, все уже фактически включили в оборот машиноместа, и законодатель наш легализовал на сегодняшний день машиноместо как объект недвижимости. А есть ли у него размеры? То есть мы понимаем, что говорим там о конкретном куске территории, но разграничены ли как-то параметры? Сколько метров в длину должно быть, сколько в ширину? Да. Минэкономразвитие вот утвердил 1 января 2017 года. Минимально допустимые размеры этого машиноместа составляют 5,3 на 2,5 метра, а максимально допустимые 6,2 на 3,6 метра. Соответственно, вот в таких пределах, в зависимости от общей площади, там, где размещаются эти машиноместа, вот и должны устанавливаться размеры машиноместа конкретного. Например, там, у меня есть знакомые, которые приобрели себе машиноместа еще года 2-3 назад. Вот что им теперь нужно сделать, чтобы соответствовать вот этому новому закону? То есть какие документы куда отнести, как это легализовать все? Угу. Ну, если они в новом встроенные помещения или... Это подземный паркинг, новостройки, да. Это имущество, находящееся в общей долевой собственности, вероятнее всего можно предположить, что инвестиционным договором, когда строился вообще этот многоквартирный жилой дом, предусматривалось машиноместо в качестве приложения к квартиру как элемент квартире, как элемент совместного имущества в многоквартирном доме. Его индивидуализация производилась условно номерами, может быть, каким-то колышком, может быть, какими-то еще элементами, может, на стенах разметку производили. А между участниками долевой собственности, вероятнее всего, уже имелось соглашение о порядке пользования всем этим помещением, вот их там 50 собственников, да, на, ну, грубо говоря, 700 квадратных метров, 800 квадратных метров. И они заключили соглашение, кто где пользуется. Может, оно и не написано на бумаге, но фактическое соглашение обязательно есть. Для того, чтобы легализовать и поставить в качестве объекта недвижимости, нужен прежде всего кадастровый паспорт, уточнить границы в кадастровом паспорте каждого машиноместа,
сделает это кадастровый инженер в соответствии с законом о регистрации недвижимости и после этого подавать документы на регистрацию права собственности. Очень либеральные переходные положения в этой части у нас по регистрации прав на машиноместо в качестве объекта недвижимости. Ну, законодатель уже, наверное, традиционно стал занимать позицию, идя навстречу мелкому собственнику, там, где не идет речь о регистрации крупных объектов недвижимости, мелкие объекты недвижимости, вот гаражи, приусадебные домики, всякие там дачи и так далее, они легализуются, запускаются в гражданский оборот при самом минимальном наборе документов. Легко ли продать машиноместо и что необходимо сделать? Можно ли вот просто дать объявление, там, грубо говоря, в газету или на сайт популярный? Либо сначала нужно предложить соседям или собственникам мест, которые рядом находятся? Так, как правило, машиноместа не отдельные существуют, а в комплексе, предназначенных для хранения автомобилей. И это общая совместная собственность. Для того, чтобы ее продать, нужно реализовать право на преимущественную покупку, принадлежащую иным участникам этой совместной собственности. То есть формально по существовавшему правилу нужно их известить и ждать месяц ответа, его не получить, то, что называется квалифицированным согласием, молчанием, квалифицированным молчанием не получить, и тогда продавать уже на сторону, не участнику этого гражданского правового сообщества. Но здесь законодатель опять-таки сделал шаг навстречу. Можно собрать письменные отказы судебных участников этой собственности и при их наличии зарегистрировать переход права собственности третьему лицу, не участнику гражданского правового сообщества, в сроки меньше, чем месяц. Спасибо, Виктор Александрович. Я напомню, в этой студии мы сегодня говорили о машиноместе как объекте недвижимости. Если у вас тоже есть темы, идеи или же вопросы, которые вы хотели бы обсудить и ответы на которые получить, звоните, сообщайте, связывайтесь с нашей редакцией. Контакты внизу экрана. Почти 3 миллиарда рублей – это объем вложений в крупнейшее сельхозпредприятие Ставропольского края. Производство индейки – один из инвестиционных проектов, где господдержка сыграла решающую роль. Агрокомплекс получил небывало выгодный кредит. Банк работает, но и государство помогает в части субсидирования процентных ставок, и часть средств по данному предприятию субсидируется за счет бюджета. 10 из 13% ставки банку выплачивает государство. И только за прошлый год производители за счет этого сэкономили около 100 миллионов рублей. Это, безусловно, толкает компанию вперед. И если сейчас мощность производства 6 тысяч тонн продукции в год, то уже летом завод планирует увеличить обороты индейки почти вдвое. 15 августа мы завершим, введем в эксплуатацию площадку номер 6, и у нас уже будет производство 8200 до 10 тысяч тонн мяса индейки мы уже будем производить. Это уже в этом году мощности у нас позволят.